В Сеуле состоялась мировая премьера нового паркетника Hyundai B-класса. На домашний рынок модель выйдет уже в июне. Как рассказали в пресс-службе марки, Kona построен на совершенно новой платформе, хотя ранее предполагалось, что в основе паркетника лежит тележка от Hyundai i30. Длина Kona равна 4165 мм, ширина 1800 мм, высота 1550 мм. Размер колесной базы составляет 2600 мм. Hyundai Kona получил двухъярусную головную и заднюю оптику, а также трапециевидную решетку радиатора. Пластик с колесных арок перетекает на светотехнику. Автомобиль можно будет заказать в двухцветной окраске. Салон оформлен в стиле других последних моделей бренда. Над передней панелью парящий сенсорный экран мультимедиа-системы. В списке оснащения Hyundai Kona могут входить беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, который выезжает над приборкой, система предотвращения фронтального столкновения, удержание в полосе движения, мониторинга слепых зон, автоматического экстренного торможения и переключения света фар. Бензиновая линейка, в зависимости от рынка, представлена турбомоторами 1 литр TGDI 120 лошадиных сил и 1,6 литров TGDI 177 лошадиных сил, а также агрегатом 2 литра MPI 149 лошадиных сил, работающим по циклу Аткинсона. Литровый двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой, второй турбомотор с семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями. Двухлитровый движок работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, в некоторых странах Kona можно будет приобрести с дизелем 1,6 литров, привод передний или полный. Первым рынком для нового паркетника станет Южная Корея. Там продажи Kona начнутся уже в июне. Позже кросс появится в Европе и Северной Америке. А вот до России новинка, скорее всего, не доберется. У нас эта ниша занята кроссовером Крета.